Всем привет! У нас плющ растет, и он весь в тле. Я вчера, получается, 8 мая, обработала интавиром, топазом. Интавир — это от насекомых, топаз — это от болезней растений грибковых, и цирконом. Все вместе. Вот она уже сегодня неактивная. Уже не шевелится. Интавир — это препарат, который всасывается в растение, и когда насекомое питается растением, оно парализуется.